Привет, Женя. Привет. А мы Мы будем открывать огромный-огромный подарок. Покажи, какого он размера будет. Вот такой. Это не просто подарок, это твое новое студио, где мы будем снимать новые видео с едой. Да. Это будет у Жени своя... Ты готов? Да. Что у тебя будет? У тебя будет своя... кухня. Кухня. Хочешь? Да. Ты готов? Да. Пойдем скорее, сейчас будем открывать. Тан-та-дам! Это будет... Она очень тяжелая. Это будет твоя кухня, смотри. Это будешь ты. Ты будешь вот так вот готовить. И снимать новые видео. Мы решили, что ты так любишь на кухне все делать. Хочу готовить. Хочу открыть. Вот еду и посуду мыть. Так что мы тебе решили свою кухню подарить. Вот это вот. Вот за это дергай. Вот, смотри. Так. Нужно нож. Так. Что у нас там? Смотри, сколько частей. Тут всякие ручки. Ручки, штучки, смотри. Слушай, мне тут придется это. Да, похоже, тут для папы большая работа. Так, все уже Женя разложил у нас тут. Такие вот у нас части. О, там микроволновка. Где микроволновка? Покажи. О, какая она маленькая. Мама. Что там будем разогревать? Мама, покажу. Вот ты обезьянка. Ты обезьянка? Подожди, а как делает обезьянка? Покажи. Как она делает? Ой-ой-ой. Сейчас папа нам смастерит кухню, Жень. Что у нас? У нас вот целое ведро всякой еды, которую мы будем... Мы будем резать. Мы будем что еще делать? Вот так. Только мы будем не ковер резать, а вот еду всякую. У нас вот есть же, смотри, специальная доска. Будем резать. Мороженое из арбуза. Кукурузы. Угу. Вот так мы будем резать. И кушать. Кукурузу режешь? Вкусная? Да. Теперь грушу? Короче, все у нас есть, вроде бы, для нашей кухни. Нам только кухня нужна. Так, как тут прогресс? Ой, смотри, прогресс уже есть, Жень, смотри. Какая кухня! Да. Ну-ка, эта штука. А смотри, Жень, что тут у папы есть? Какие тут инструменты? Что это за инструмент? Где кран? Что это за инструмент, Жень? Смотри. Знаешь, как называется? Да, прикрутил. Знаешь, как он называется? Отвертка. Отвертка. Это... Папа, это называется отвертка. Классно. Ты сейчас похож на обезьянку. Сапологогони. Так. Так. Я буду это делать. Нет, я хочу сразу это делать. Тогда мне... Я тебе дам одну закрутить, но подожди, мне сначала собрать штучку.
Сейчас Женя будет прикручивать. Ты будешь закручивать сам? Так, а поворачивай. Точками? Делай. Видишь, он крутился теперь. Молодец, Женька. Теперь он нужно это белое штучку. А вот к нам пришла Каролина. Она тоже хочет посмотреть, что мы тут делаем. Интересно. Женька, вставляется? Каролина, привет. Жень, может мы пока с тобой откроем вот это? Ладно, откроем. Откроем? Ля-ля. Давай. Ля-ля. Эй. Это что у нас будет? Мама, я говорю ля-ли, эй. Эй. Как ты сегодня научился говорить? Мама из садика эй научился. А сегодня ты говорил как? Ау. Ты говорил, баба, ау, помнишь? Баба, ау, ау. Где ты, баба? Ба, ау, где ты, деда? Вот чему мы сегодня научились. У Лены. У Лены на занятиях. Да. Хорошо, в лесу не пропадешь. Школе. Да, было весело, да, сегодня? Да. Открываем. Открываем, да. Нам нужен нож. Так, достаем, что у нас там? Есть. Так. О, знаешь, что это? Это соль. Это солить твою еду. Ты когда приготовишь, ее же нужно посолить будет. Ой. Ой, Каролиночка, она тоже хочет играть. Да не прячь от нее, она тоже будет с нами смотреть. Так, у нас соль и перец. Потом у нас вот оливковое масло. Olive oil написано. Что еще там есть, Жень? Это всякие ложечки. Поварёшки. Смотри, что я достала. Жень, ты знаешь, что это? Чайник. Чайник, да, воду кипятить. Это что? Это сковородка, наверное. Сковородка. Так, там же еще кастрюля у нас. Опа! Только она вон. Прицеплена была. Нужно снять. Женя делает покаю данс. Тарен-тарен, еще раз. Тарен-тарен. 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 Женя, у нас теперь есть кастрюля. Давай будем суп варить. Да, давай. У нас теперь печка будет готова. А из чего будем делать? Так, у нас кастрюля. Апельсина. Суп из апельсина? Ты подумай, что можно в суп положить? Морковку можно положить в суп? Нет. Почему нет? Она слишком большая. Ага, это точно. Так можешь порезать, у нас есть нож. Она слишком большая. А перчик можно положить в суп? Каролина, можно положить перчик в суп? Да, он маленький. Он маленький. Можно положить. Капуста, да, хороший выбор. Это очень странный суп получается, Жень. Там, значит, апельсин, помидор, чипсы и шоколад. Фу, это же гадость будет. А, смотри, что она сделала. Нет, это яблоко. А, это яблоко. Я не думаю, что яблоко это лучше. Подожди, у нас яблоко, апельсин, чипсы и шоколадка. Ты думаешь, вкусно будет? Попробуем, вкусно получается? Чипсик вкусный? Ага. Шоколадку. Слишком большой. Слишком большая, да. Мама, что это? Это написано salt, значит это соль. Salt. А это? А это pepper, значит это перец. Соль и перец, давай, перец. Так. Соль. И соль. Каролина тоже хочет играть с нами. Привет!